Наша система здравоохранения работает довольно-таки в напряженном режиме. Ситуация, я не могу сказать, что критическая, она стабильная, управляемая, но вот это вот количество заболеваний, его надо сбивать. Поэтому принято решение о введении дополнительных антиковидных мер. Мы закроем предприятия торговли, предприятия соцкультбыта, спортивные учреждения, отменим массовые мероприятия. Чем четче мы это сделаем, я прошу отнестись всех жителей области к этому с пониманием, тем быстрее мы вновь возобновим их работу. В первую очередь будем открывать предприятия, так называемые COVID-free, там, где 100% персонал боевит, и пускать посетителей будем по QR-кодам. Надеюсь, что это произойдет как можно быстрее. Мы все в этом крайне заинтересованы. Вот. Будем надеяться, что эта ситуация скорейшим образом закончится.